We're going to have lunch on time today. Мы сегодня вовремя пойдем на обед. I'm excited about that, aren't you? И я уже в восторге. Although I have eaten way too much since I've been here. Хотя с тех пор, как я прибыл сюда, я очень много ем. But how can you turn down good food? Но как можно отвернуться от хорошей пищи? And good fellowship around the table. И от хорошего общения вокруг стола. I want you to know I'm so excited about being here. Я вам хочу сказать, что я в восторге от того, что я здесь. And I want you to turn with me in your Bibles to Galatians 2:20. И я хотел бы, чтобы вы открыли место Писания Галатам. It's been mentioned a couple of times today. Несколько раз сегодня уже использовалось это место. And I would like to share just a little bit about the simplicity of living the Christian life. И хотел бы поделиться в простоте о принципах христианской жизни. The title of the message is a long title. It's a long title. А название моей темы, она длинная. The ways of God. Пути Божьи. Through the priesthood. Через призму священничества. At the altar of our lives. И прохождение, принося жертвоприношение Богу. The ways of God. Пути Божьи. Through the priesthood. Через призму священничества, жертвоприношением нашей жизни. Я хотел бы с вами поделиться, что произошло со мной 2 марта 1970 года. Моя жена скрутила мне руки. For over a year to make me go to church, to want me to go to church. Уже на протяжении где-то года она хотела, чтобы я начал ходить в церковь. And she said there's a series of good meetings at the church this next week. И она мне сказала, что слушай, там идет серия проповедей в церкви. And there's a pastor from Canada there. И там есть пастор из Канады. I'd like for you to hear him what he has to say. Я бы очень хотела, чтобы ты пошел со мной и чтобы ты послушал, что он говорит. И вот она говорила и говорила и говорила мне. До тех пор, пока я уже не согласился. И я сказал ей, я один вечер пойду. И для того, чтобы она просто отцепилась от меня. И тогда я уже больше не буду обязан ей. Но то, что я услышал в тот вечер, это не то, что я ожидал услышать. Видите ли, я был воспитан в церкви, вырос в церкви. Мой отец был пастором. Он был баптистским пастором. И я слышал все проповеди на разные темы, потому что я был среди людей в церкви всю свою сознательную жизнь. Frankly, и, честно говоря, мне не нравились церковные люди. Reasons. Две причины, почему они мне не нравились. Они считали, что я им принадлежу, а не моим родителям. And they would always be correcting me about that. И они всегда меня поправляли. But they didn't correct their own children. Но они не поправляли своих детей. They wanted to correct the pastor's child. Они хотели все время корректировать ребенка пастыря. And I was so discouraged by the time I was 18 years old. И к 18 годам я был такой разочарован в людях. I couldn't satisfy anyone in the church. Я никому не мог угодить. And secondly, и вторая причина. Мне не нравилось, как они относились к моему папе и маме. Люди, которые относились к моим родителям, они имели очень плохое отношение к ним. Но он был мой папа. А она была моя мама. Я знал их сердце. Я знал, что он любил Господа. Но эти люди все время роптали. И когда мне было 18 лет, я сказал, что достаточно. Я уйду от Бога и буду жить своей жизнью. И вот там вот мы, и так случилось. Civil and I had.
тому времени мы уже были женаты, сын был 11 лет. И вот в понедельник вечер я пошел в церковь с ней. И она сказала мне, если ты пойдешь сегодня со мной вечером, я буду счастлива. Halfway back in the congregation. И вот я сидел во второй половине зала. I was hiding myself. И я прятался. Behind another person, so the pastor wouldn't see me, the preacher wouldn't see me. Я сидел так, чтобы мог спрятаться за телом другого человека и чтобы пастор не заметил меня. And he said, "Tonight we're going. I'm going to speak on Galatians 2:20." А он сказал, что сегодня мы будем говорить из книги Галатам, 2 глава, 20 стих. And he began to read it. И он начал читать. I've been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. А теперь уже не я живу, но живет во мне Мессия. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. He said, some of you have been trying to live the Christian life. Он говорит, что некоторые из вас пытаются жить христианской жизнью. And some of you have even given up trying to live the Christian life. А некоторые из вас даже уже устали и сдались жить такой жизнью. I'm going to tell you that no person can live the Christian life. Но я хочу вам сказать, что никто не может жить христианской жизнью, кроме одного. And I thought to myself, и я подумал внутри себя, he must be talking about himself. Наверное, он говорит о себе. Maybe he thinks he's the only one that's lived the Christian life. Может быть, он думает, что он единственный человек, который может жить такой жизнью. I did not expect the next word that he said. Но я не ожидал услышать то, что я услышал. He said, that one person is Jesus Christ. Он говорит, тот человек — это Иешуа Мессия. And he's the only one that'll live the Christian life. И он единственный человек, который жил христианской жизнью. And he wants to live it through you. И он хочет жить через тебя. I'm crucified with Christ. Потому что я сораспят со Христом. You have to make a decision to come to him. Вам необходимо принять решение прийти к нему. And you understand that when he died on the cross. И вы должны понимать, что когда он умер на кресте. That by faith you died on the cross too. Верою ты умер также там. And he wants to live his life through you. И он хочет, чтобы вы жили его, чтобы он жил твоей жизни. Instead of you living your life through you. Вместо того, чтобы ты сам жил своей жизнью через себя. For the first time it made sense. Первый раз в жизни для меня это имело смысл. I thought he was preaching straight toward me. Я подумал, что он говорит это мне лично. I said, what? Я говорю, что? It is finished. Все, вершина. I'm crucified with Christ. Я сораспялся со Христом. I didn't know that. Я не знал об этом. But the Spirit gave me revelation of it. Но Дух дал мне откровение. I said, I see it now. Я говорю, что я вижу. He's living his life through me. Он живет в моей жизни через меня. If I'll only accept him. Если только я приму его. If I'll just say, I'm through with life. Если только я скажу, что все, я сдаюсь. I've made a mess of life. В моей жизни столько много падений. Now I want you to live it through me. Но я теперь хочу, чтобы ты жил через меня. I remember the time. И я помню те времена. There was a, you may not know about golf, but you know about soccer. Вы, наверное, знаете игру футбол. I don't know who your favorite soccer player is. Я не знаю, кто, кого вы называете и кого вы считаете самым лучшим игроком в футболе. Give me a name. Назовите любого. Favorite soccer player. Любого игрока, которого вы любите. Шевченко. Шевченко. Yeah. Okay. So. Alexander. Alexander. May I call him Alexander? Andre. May I call him Andre? Yeah. Можно я назову его Андреем, да? Yeah. So let's say that I've tried to play soccer. I have. Вы знаете, что я на самом деле пытался играть в футбол. I am not good at soccer. Но я плохой игрок. Somehow I always get plastered. I get nailed to the ground. Почему-то по какой-то причине я всегда пластом оказываюсь на земле. I'm not that fast. Я не такой быстрый. And I'm not that accurate. И я не такой точный. In fact, no one wanted me on their soccer team.
И более того, никто не хотел брать меня в свою команду. Но предположим, что ребята научили меня играть в футбол. So I go into the dressing room, и вот я иду в раздевалку. And I open my clothes locker. Я открываю свою, свой шкафчик. And in my locker is Andre. И вот в моем шкафчике находится Андрей. I look at him and I... What are you doing in there? И я говорю, что ты там делаешь? He said, let's play a trick on them. Он говорит, давай сделаем прикол. You unzip. Unzip. Ты открой себя. And I'll crawl in to one leg, one arm. И я зайду. And pull ahead and zip up. Оденусь, зайду в тебя, и ты закроешься. And then let's go play soccer. И пошли, будем играть в футбол. That's okay. Я бы сказал, да, so хорошо. That's what we did. И вот что мы сделали. And we went out there and they laughed at me. Here comes Griffin. Here и вот Griffin. Все смеются. Вот Griffin идет, игрок. You get великий. Him on your team, not our team. И а другая команда смеется и говорит, о, Griffin, в твоей команде, okay. Не в нашей команде. Okay. И я говорю, so хорошо. I go over to the other team and I have such confidence. И я иду к другой команде, и у меня такая уверенность. I've never had that kind of confidence in soccer in my life. В моей жизни не было такой уверенности, как в тот определенный момент. They kick the ball off, и and когда... I run at the speed of light. И когда они бросили мяч, я с такой скоростью света побежал. The footwork I've got, where did that come from? А это работа, что с моими ногами, так быстро они работают. And I zipped down the field. И я промчался weaving, по полю. Weaving around. И я маневрирую по полю. And kicked the balls in the goal line. Ударяю мяч in the goal. И гол. They say, они смотрят и what говорят, happened to что you? Произошло с тобой? I said, "Oh, I've got a secret." Oh, я имею секрет. See, they didn't know that it wasn't me playing. Видите ли, они ж не знали, что это не я играл. But Andre was playing in me. Что это Андрей, который во мне играл. And through me. И через меня он играл. And that's what I realized. И вот это то, что я осознал. When Jesus lives His life through us. Когда Иисус живет жизнью через нас. People will say, You're not the same guy I used to know. Люди будут говорить, что это ты не тот человек, которого я знаю. You are really different. Ты на самом деле другой. But you see, in my struggle to know the simplicity of living. В то время, когда я боролся, когда мне было трудно, я научился простым принципам. I had to first of all realize that I was accepted by the Lord as a son. Первое. Чему я научился, что я принят Господом как сын. Две вещи, которые Господь открыл мне в сердце. А второе, что даже тогда, когда я был сыном, и я отождествил себя с сыном, мои функции были как священник. Вот в чем заключается простота, которую верующие многие до конца не научились. Я знаю, кто я есть, но я не уверен, как нужно функционировать. Я не умею, как распоряжаться своей жизнью, как отпустить себя и позволить, чтобы Иисус жил через меня. Откройте, пожалуйста, 1 Петра. И я хочу вас взять в свое путешествие, своего откровения. 1 Петра, 2 глава и 4 стих. Coming to him, Jesus, coming to him, and that's capital, that means Jesus. Приступая к нему, это к Иисусу. As to a living stone, rejected indeed by men, but chosen by God and precious. Камню живому, человеку отверженному, но Богом избранному, драгоценному. This is the Father talking about the Son. Это вот Бог говорит о Сыне. But in the very next verse, но в следующем стихе, He says, "You also." Он там говорит, что вы также. Повернитесь к соседу и скажите, ты также. You also. Ты также. You also. Ты также.
as living stones. Как живые камни. Turn to someone and say, "You're a living stone." Повернитесь к соседу, скажите, ты живой камень. These stones, hey. Hey. Those stones on the table, those stones on the table are dead. Видите, те камни, которые на столе, они мертвы. But this stone is alive. Но этот камень, он живой. You're a living stone. Ты живой камень. Chosen by God. Ты избран Богом. And you are precious. И ты драгоценен. Precious. Драгоценен. Do you hear that? Слышите? Your identity in Christ. Твое отождествление в Мессии. You were chosen. Ты избран. And according to the word, you are precious. И по слову ты драгоценен. Oh my! I love that. О, как мне нравится это. Follow with me. You. Следите со мной. Are being built up a spiritual house. Чтобы приносить духовные жертвы, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иешуа Мессии. Я избран, я драгоценен, я избран быть священником перед Господом. Это первая моя функция. Я знаю, кто я есть в Нем. Но мне еще следует узнать, что значит быть священником для Господа и ходить перед Господом. Это номер один функция в нашей жизни. Look at verse number 9. Посмотрите на 9 стих. But you are a chosen generation. Но вы род избранный. A royal priesthood. Царственное священство. A holy nation. Народ святой. His own special people. Его особенный народ. Look at me a moment. Посмотрите на меня секундочку. You have to accept the truth. Вы должны принять истину. The truth is God. А правда заключается в том, что Бог любит тебя. And he loves you like you are. Он любит тебя такого, как ты есть. You are precious. Ты драгоценен для него. You're chosen. Ты избран. You are holy. Ты святой. You are separated unto God. Ты отделенный для Бога. When you came into the kingdom through faith in Christ. И когда ты пришел в царство через Мессию. You changed kingdoms. Ты изменил царство. You were walking in the kingdom darkness. Раньше ты ходил в царстве тьмы. Now you're walking in the kingdom of light. Но сегодня ты ходишь в царстве света. In the kingdom of His dear Son. В царстве Его дорогого Сына. And in one moment God и в одно мгновение Бог транспортировал тебя с одной стороны в другую. And you are a priest unto him. И теперь ты священник для Него. He has chosen you перед according Ним, to this word. Потому что Он избрал тебя chosen. По слову этому, избранным. You know what it means to be chosen by знаете, God? Что значит быть избранным Богом? There was a couple in our church several years ago. Была одна пара в нашей церкви несколько лет назад. Who had a daughter. И у них была was дочь. About 8 years old. Ей было 8 лет. And she had been going to school for about 2 years in вот the second or third grade. Она училась где-то во втором-третьем классе. And she was adopted. И она была удочеренная. And the class found out about it. И класс узнал об этом. And you know how kids will do. И знаете, что дети делают, когда they, узнают they подобное? Began to tease this little girl. Они начали над ней смеяться. Yeah, you're adopted. О, ты удочеренная. You don't know who your mother and daddy are. На самом деле ты не знаешь, кто мама и папа у тебя. And the little girl would come home crying every и эта девочка приходила домой и плакала каждый mama, день. Daddy, they tell me I'm мама, adopted. Папа, они такие вещи говорят I don't мне. Know who my mom and daddy я are. Не знаю, кто мой мама и папа. She just cried, и она cried. Плакала. One day her father said to her, и один день ее папа, который удочерил ее, сказал said, ей, tomorrow when you go to school, завтра, когда ты пойдешь в школу, сказал он, и когда они будут опять что-то говорить и смеяться, ты остановись и посмотри say, на них и скажи, я your, вам скажу что-то. Your mother and daddy had to take what they got. Твоя мама и папа, им пришлось взять то, что не было выбора, то, что они имели.
They didn't have a choice. У них не было выбора, и они получили то, что вот есть. They had to take you. Но у тебя есть выбор, у тебя выбор был, потому что мы выбрали тебя. But when my mother and daddy got Но когда моя мама, папа, there was a whole room выбирали, full of children. Там была большая комната детей. And they looked at each child. И они смотрели на каждого ребенка. And they laid their eyes on me. И их глаза, они остановились на мне. And they chose me to они be выбрали their child. Меня, чтобы быть и их ребенком. So you can tease me all you want Поэтому to. Вы можете смеяться сколько хотите. But I was chosen and Но you weren't. Я была избрана, а вы не были избраны. And they left them, left и вы знаете, они ее оставили покой после этого. Yes, God. Да. And I am telling you, we need a revelation of that in the body of Christ. Я вам хочу сказать, что телу Христова нужно откровение, кто они есть. Looked down through time. Что Бог посмотрел через время, сквозь года, и Он знал, что ты должен был родиться. You're not an accident. И ты не случайность. Бог избрал тебя, чтобы ты был здесь. Он избрал, чтобы ты был на земле в это время. И Он избрал тебя, чтобы ты был в Иешуа Мессии. Всего лишь поверь. Он уже знает твою жизнь, и Он принимает тебя. И все, что тебе нужно говорить, да, я принимаю. Я верю, верою. That I have earned it. Это не, я ничего не сделал, ничего не заслужил. God has given me His righteousness as a gift. Но Бог дает мне и свою праведность как подарок. That's what we need to understand. Вот что нам необходимо понимать. That I was crucified with Christ. Что я был распят со Христом. And that I died. И я умер. And it's no longer me that lives. И уже не я живу. But it's Christ that lives Но through me. Но Христос, который живет I'm через a new creation, as Я was, новое творение. As brother Roger quoted this morning. И брат Роджер сегодня so утром говорил. 2 Коринфянам 5:17. Он сказал, что мы новое творение. Старое прошло. Все теперь новое. И когда мы начинаем осознавать это, что мой ветхий человек, он мертв. Кто я был раньше, я был Олен Гриффингом, и я умер. Но когда ты принимаешь Мессию как Спасителя, кто ты раньше был? Ты родился во плоти. Ты умер тогда. И с Иисусом на кресте. И теперь уже не твоя жизнь. Но это теперь Его жизнь через тебя. Для того, чтобы Он получил всю славу. И мы теперь отделены для Него. Я не отделен для того, чтобы сидеть за телевизором все время. Я не отделен, чтобы смотреть сидеть за компьютером все время. Я не отделен, чтобы проводить время только со своей семьей. Но я отделен для Господа. У меня есть семья. У меня есть работа. У меня есть компьютер. У меня есть телевизор. Но они все подчиняются лидерству Иисуса Христа. О, любовь Божья! Которая посмотрела вниз и избрала меня для того, чтобы жить через мою жизнь. У меня был прадедушка. Он родился в 1840 году. Его звали Уильям Коул Гриффинг. 1840 год. He fought in the Civil War. He fought in the Civil War. И он боролся, он сражался в гражданской войне. He was a Confederate soldier. И он был солдатом. Fighting for the South. Он сражался за юг. Вы знаете, что была война север и юг, и он был за юг. He got shot in the chin. И его ранили в щеку. And was lying on the ground when a northern soldier, a Union soldier, ran up and started to stab him. И вот, когда его ранили, он упал. And finish him off. И увидел, что солдат с севера подошел к нему и уже был готов его закончить. Bayonet, и в то время, когда он подошел, чтобы его добить,
тот человек остановился. And picked him up. И вместо того, чтобы забить до конца, он его поднял. Carried him to the medical tent. И он привел его в медицинский пункт. In 1840, 1840 год, before my grandfather was married, перед тем, как мой прадедушка женился, he was lying on the ground, mortally wounded. Он лежал и уже был смертельно ранен. And was about to be finished off. И уже практически его должны были убить. If that Union soldier had have killed him, если бы тот солдат севера, который пришел, убил бы его, I wouldn't be here today. Вы знаете, что я бы не был сегодня здесь. That's, this is, this is who I was in Adam. Это тот, кем я был в Адаме. But now I am not born after the flesh. А теперь я не рожден во плоти. That is not my inheritance. Это не мое наследие. The Griffin name, my genes, that's not my inheritance. Имя Griffin и мои гены не являются моим наследием. I have been born again. Я возрожден свыше. A second time. Второй раз. But this time I was born through the loins of Jesus Christ. Но этот раз я был рожден через чресло Иешуа Мессии. I've had a spiritual birth. У меня было духовное рождение. I am a new person. Я новый человек. Who I was is dead. Кто я был раньше, он был мертв. Thank God, this is a new day. Но спасибо Богу, что сегодня новый день. And it's a new day for all of our lives. Что новый день на всю оставшуюся жизнь. And when we come to realize, и когда мы приходим к осознанию, that I am a new creation, что я новое творение, glory to God, слава да будет Богу, accepted by the Lord, принятым Богом, loved by Him, и любим им, and He knows how to lead me to victory. И Он знает, как вести меня к победам. How many of you would say that is where I am too? Сколько из вас могут сказать, что я также нахожусь в этом месте? Do you know to be a royal priesthood? Знаете, чтобы быть царственным священником, что это означает? You're not just selected. Что вы не просто вас выбирают. You're actually born into royalty. Но в царственное рождаются. People who nations who have kings and queens know that. И страны, цари и принцессы. These people are born into royalty. Все они знают этот принцип, потому что нужно быть рожденным, чтобы быть again, царями. И когда вы рождены свыше, you were born into royalty. Вы рождаетесь в царственное. A royal priesthood. В царственное священство рождаетесь. Now we're not talking about the Old Testament Aaronic priesthood. Мы не говорим сейчас о Старом Завете и о священничестве Аарона. We're not talking about a priesthood like the Catholic Church, for example. Мы не говорим также о священниках, как в католической церкви. We're not talking about a priesthood that mediates. Мы не говорим о священниках, которые являются примиряют людей. Jesus is our high priest. Иисус наш первосвященник. There is no one between us and the Father. И между нами except the Lord Jesus Christ. Нет никого между нами и Отцом, кроме Иешуа Мессии. But under Jesus Christ, но под Иешуа Мессией, we have all been called to be priests. Мы все призваны быть священниками. The priesthood has been God's desire from the beginning. И священничество — это то, что Бог желал изначально. I said earlier that it was God that walked with Adam and Eve in the garden. Я говорил раньше, что Бог ходил вместе с Адамом и Евой в саду. And later we find something that after the children of Israel come out of Egypt. И потом мы говорили о том, что когда дети Израиля выходили из Египта. Let's listen to the heart of God. Давайте послушаем сердце Бога. Turn with me to Exodus chapter 19. Откройте, пожалуйста, Исход, 19 глава. And look with me, please. И посмотрите, пожалуйста, in verse 4. 4 стих. Go ahead and read 4, 5, 6. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля,
«А вы будете у меня царством священников и народов святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. See, the word kingdom means a sphere or an area of authority. Слово царство — это означает сфера влияния и власти. Jesus is our king. Иисус — наш царь. And we're in his kingdom. И мы в его царстве. Therefore, God's desire for all of the children of Israel. И вот поэтому Бог желал, чтобы весь народ Израиля. Was to be a priest. Чтобы были священниками. Could you hear His heart? Чтобы они могли слышать I've его сердце. Called you out of Egypt. Я вызвал тебя из And Египта. And you shall be to me a kingdom of priests. И чтобы ты был для меня царством священников. And you shall be a special people. Чтобы ты был особенным народом. Above all the people. Драгоценностью. Над всеми людьми земли. God looked at his children Israel. И Бог посмотрел на своих детей Израиля. Please hear me, Israel. Послушай меня, Израиль. Every single one of you, no matter what you think about yourself. Не имеет значения, что бы ты ни думал о себе. I want you to be a priest before me. Я хочу, чтобы ты был священником для меня. Это вот то, что самое большое желание я имею. See, this has been misinterpreted many times in scripture. И вы знаете, вот это место Писания, оно неправильно объясняют много раз, истолковывает. Because earlier he said you're a kingdom of priests. Потому что раньше говорится, что царственные священники. Но в Писании много мы говорим о том, что цари и священники есть. Откройте Откровение, пожалуйста. Пятая глава. And you hear the heart of God again. И вы слышите, можете услышать сердце Бога. Look at verse 9 of chapter 5 in Revelation. Откровение 5 глава 9 стих. This is God's heart. This Здесь описывается сердце Бога. И это Писание для нас сегодня. In chapter 1. В первой главе the Lord says there that anyone who reads this will be blessed. Бог говорит, что всякий, кто прочитает этот, будет благословен. This book is to be a blessing for us now in 2012. Эта книга должна быть благословением для нас в 1912 году. Not just someone in 2080 or 30. Эта книга не должна быть благословением только для тех людей, которые 2080-й, но для сегодняшнего дня. И эта бы книга была благословением для тех людей, верующих, которые были 100 лет назад. Прочитайте это как благословение. 9 стих. And they sang a new song saying, И поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему». Shall reign on the earth. И мы будем царствовать на земле. Now I may say something that you disagree with. Я могу сказать сейчас что-то, что вы можете со мной не согласиться. But that's okay. Но ничего страшного. You can believe what you want to believe. Вы можете верить. Вы можете верить в то, что вы хотите верить, и верьте то, что к чему Дух Святой вас ведет, чтобы вы верили. I've heard all of the teaching about Kings and priests and prophets. Я слышал очень много учений о царях, священниках, пророках. I heard them teach that some of us are kings and some of them are prophets. Я слышал учения о том, что некоторые из нас цари, некоторые из нас священники, некоторые из пророки. I don't believe that. Но я на самом деле не верю в это. I believe that we are simply called to be priests unto God. Я верю, что мы все призваны быть священниками Богу. Make it simple. Сделайте, упростите. Oh, well, I don't know if I'm a king. О, я не знаю, может быть, я царь. What does it mean for me to be a king? Что это означает быть царем? What does it mean for me to be a prophet? Что означает для меня быть пророком? Next thing you know, you've got all of these doctrines. И потом, следующее, что вы увидите, доктрины появляются. What does it say here? Но что здесь говорится? That he's made us a kingdom of priests. Что он сделал нас царством священников. To whom? Богу. To God. Кому? Богу. For what reason? Для какой причины? That we shall reign on the earth. Для того, чтобы мы царствовали здесь на земле. Simple. Очень просто.
Подумайте на секунду. If we're priests, если мы священники, our first responsibility is to minister to him. Наша первая ответственность — это служить Ему. In a priesthood, we take people to the Lord in prayer. Когда, что священники делают? Они берут людей и вводят в молитвы. We take circumstances to the Lord in prayer. Мы берем обстоятельства и в молитве возносим Богу. We worship him. Мы поклоняемся Ему. Мы служим Господу. И в то время, как мы служим Господу, что-то начинает происходить в нашей жизни. В одно время или в другое время. В какой-то момент, может быть, потом, Бог в конечном итоге будет говорить твое сердце. И как результат He will see His word fulfilled through you. И результатом этого Бог увидит, что Его слово, оно исполнилось. Let me give you an example. Разрешите, я пример приведу. В 80-м году I was praying and ministering to the Lord in my private life. Я молился и служил Господу в личной жизни. I was loving on Him. Я любил Его. I had nothing else on my mind. И ничего другого в мыслях не было другого. I wasn't even acquainted with Eastern Europe. Я даже и не знаком был с Восточной Европой. And God spoke to my heart. И Бог проговорил моему сердцу. And said, "You're going to Poland." Бог сказал, ты поедешь в Польшу. Poland? Польша? Where's Poland? Где Польша? I had to get the map down to look. Мне нужно было открыть карту, посмотреть, где находится Польша. I went home that day. И в тот день я пошел домой и рассказал своей жене об этом. She said, "We can't go to Poland." Она говорит, мы не можем поехать в Польшу. That's a communist country. Это же коммунистическая страна. I said, "I was worshiping the Lord." А я ей сказал, слушай, я поклонялся Господу, я служил Ему. And He said that to my heart. И Он мне сказал моему сердцу. But I can't make it happen. Но я не могу сам это сделать. Okay, I was a priest. Ну хорошо, я был священником. Two Sundays later. Два воскресенья спустя. A man in our church calls and said. Can you go to lunch with us after church tomorrow? Один человек звонит мне и говорит, вы бы не могли присоединиться пообедать с нами послезавтра? There was a couple from Poland who was just touring the United States. Есть одна пара из Польши, которая приехала посетить Америку. And miraculously they ended up in our home, and we don't know how. И чудесным образом они как-то остановились у нас дома. They got our number and called us. И я понятия не имею, откуда у них телефон оказался наш, и они нам позвонили. Я хочу, чтобы вы познакомились с ними. Хорошо. Следующий день мы пошли на обед. И я ничего не сказал о Польше. Мы пообедали, и они уехали. 2 months later, I got a letter from Poland. 2 месяца спустя я получил письмо из Польши. From the evangelical churches of Poland, United Evangelical Churches. От объединения евангельских церквей Польши. Inviting me to come. Они пригласили меня. And this is what the letter said. И вот что в письме было. We want you to preach. Мы хотим, чтобы вы проповедовали. What that man from Poland saw. Тот человек увидел. Когда тот человек был в вашей церкви, он увидел нечто. И мы хотим, чтобы вы проповедовали то же самое. Okay, Poland was in turmoil at that time. В то время в Польше был беспорядки проходили. We sent in our passports to get a visa, and they sent it back to us. Мы послали свои паспорта, чтобы нам визы открыли, и нам паспорта вернули. I called this very influential man that I knew. И я позвонил очень влиятельному человеку, которого я знал, объяснил ситуацию. He said, "Just a moment." Он говорит, сейчас минуточку, я тебе перезвоню. So he called a man in Washington D.C. И этот человек позвонил другому человеку в Вашингтон D.C. He was in the Polish embassy. А тот человек работал в польском посольстве. I need a favor. И он другому человеку. I need two visas. И этот человек сказал, что мне нужно. He called me back. Мне нужно две визы для Польши. And he said, "Send your visa to this man to this address." И тот человек сказал, пошли визу этому по этому адресу на имя этого человека. In 72 hours,
Через 72 часа we had our passports back with visas. У нас были паспорта с визами. And we got on the airplane and flew into Warsaw, Warszawa. И мы сели на самолет и прилетели в Варшаву. And the officials were saying, "What are you doing here?" И вот эти люди во власти, которые you can't come in. Что вы здесь делаете? Вы не можете There сюда прилететь. Were troops on the street, tanks on the street, танки были на улице. Trucks on the street. People were curfewed. И they had to be home by 10 o'clock at night. Комендантский час был как раз в городе, и к определенному часу люди должны были быть дома. You can't come into customs, said you can't come into our country now. И на таможне нам сказали, что вы не имеете права въехать в страну. I refused to believe them. А я отказывался верить им. Бог проговорил моему сердцу. I said, look here. Я сказал, посмотри сюда. I got a visa. У меня есть виза. From your embassy in Washington, вашего же посольства в Вашингтон, D.C. And if you don't let me in, и если вы не пустите меня, I'm going to get you in trouble. У вас будут проблемы. They let us in. И они нас пустили. And God began to move. И Бог начал действовать. In miraculous ways. I'll never forget that first trip. Таким чудесным образом, что я не забуду никогда тот первый People began to be healed. Люди получали исцеление. Blind eyes were opened. Слепые люди прозревали. Cancer was healed. Рак уходил, и люди исцелялись от рака. Prophetic words began to come forth. Пророческие слова высвобождались в жизни людей. And a small revival began to happen. И началось маленькое пробуждение. And God said to my heart, и Бог сказал моему сердцу, Poland is only the first step. Польша всего лишь первый шаг для тебя. I have country in my heart У меня есть другие страны в моем and, сердце для тебя. And that country is the Ukraine. И другая страна — это Украина. And every bit of this happened as I was worshiping him. И все это происходило во время того, как я поклонялся Богу. You see, worship is going into the presence of the Lord. Видите ли, поклонение — это когда ты идешь в присутствие Божье, и ты начинаешь служить Ministering without any preconceived ideas. Служить просто так, без всяких идей, без всяких убеждений. And suddenly, ты стоишь перед Богом, служишь Ему, и Он начинает говорить тебе. That's prophetic. Это пророческое. You see, Jesus was prophet, priest, and king. Видите ли, Иисус был пророком, царем и священником, все в одном. In one man. В одном человеке. David was a picture of that. Давид был картиной этого. A prophetic picture, King прототипом. David. Царь Давид. Prophet, priest, and king in one Пророк, царь и священник. Три в одном. Prophet, priest, and king Царь, пророк и священник. Is in every one of us here. В каждом из нас здесь присутствующих. All three of them. Три вместе. But the priesthood is primary. Но священничество — это первое. And as we minister to the Lord, и главное, и в то время, когда мы поклоняемся и служим Господу, then we hear the voice of the Lord. Мы начинаем слышать голос Бога. That's the prophetic. И это пророческое. And then it gets done. It's accomplished. И потом оно происходит в действии by the Spirit of the Lord. Духом Господа. We take territory. И мы завоевываем территории. We obey the word that we heard. И мы видим, как слова, которые мы слышали, And God, исполняются в реальность. And God works with us and through us и Бог говорит с нами и через нас для того, чтобы сделать свое слово, исполнить свое слово. И это не мы. Это все заключается в Его имени. И где это начинается? Начинается, когда ты начинаешь служить Господу. Hey, David. When he was in trouble, his men were about to stone him. Когда у Давида была большая проблема и люди хотели забить его камнями. What was the first thing he did? Что первое он сделал? Он служил Господу. He strengthened himself in the Lord. Он укрепил себя в Господе. And then he heard from the Lord. И тогда он услышал от Господа. And then they took the enemy. И тогда они победили. In Genesis chapter 1. Бытие, первая глава. God had created the earth Бог сотворил землю и всю вселенную. И Он увидел, что это добро, хорошо. Но потом, во втором стихе, мы заметили, читая, что земля была безвидна и пуста. И что Дух Святой делал? Он носился над землей. Fluttered over the dark.
Он носился над тьмой. Ministered, он служил. Ministered to the earth. Он служил земли, над землей. And then God said, и тогда Бог сказал, they're prophetic. Пророчески, let there be light. Да будет свет. And then the king part, и ключевая часть, раз и случилось. Ministry, служение, the word, слово and the accomplishing of that и достижение word. Этого слова. Priest, священники, пророки, king, царь. I can take you further. Я могу вас дальше повести. Give me a moment. Дайте мне еще чуть-чуть времени. I'm okay. Give me a moment. Побудьте со мной еще. On the day of Pentecost, в день Пятидесятницы. I want to ask you a question. What were they doing? Хочу задать вам вопрос. Что before они там the, делали? Before the Holy Spirit fell. Перед тем, как Дух Святой сошел. Prayed, ministered. Praying, ministering. Let's молились, look, let's look служили. For, let's look for a further description давайте in, еще более in глубже. Luke 24. Еще глубже описание. Look for a further description Лука, in Luke 24. 24 глава. In Luke 24, Jesus was about to ascend. He had, в 24 главе описывается о том, что Иисус buried, должен был вознесен. И перед вознесением он должен был умереть и захороненным и воскреснуть. И вот мгновение, где он должен быть зайти к Отцу. И вывел их вон из города до Вифании, и поднял руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью. Verse 52. Yeah, I did. Did you read it? Mm-hmm. In verse 53. И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Ah. So they were praying in the temple. И они молились в храме, but, так? But here Luke says that they were praising and blessing God. Но здесь также Лука говорит о том, что они прославляли и благословляли Бога. И они продолжали это делать. 10 дней. И в конечном итоге, на 10-й день, когда день Пятидесятницы сошел, Дух Святой сошел, и в пламени огня, и они начали говорить на других языках. Said, и люди начали говорить, что это такое? И Петр стоял said, и начал говорить Слово Божие. И он начал провозглашать и говорить, вот что вы видите. И вот он начал объяснять Писание им. И 3000 человек спаслись тот день. Они служили Господу. Бог проговорил через Петра, пророк. И тогда 3000 людей спаслись. Видите это? Священник, пророк, царь. Слово было достигнуто. In Acts chapter 13. Деяния 13 глава, откройте. And look in verse 1. Первый стих. And verse 2. И второй. And verse 3. И третий. Acts 13:1. 13 глава Деяния. В Антиохии, в тамошней церкви, тамошней, были некоторые пророки и учителя. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода Четыровластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их. Что они сделали, когда они ушли? Когда они пошли служить, они изменили мир. Как это все началось?
перед тем, как они пошли. Они были верующие. Они были избраны Богом. Но они были святые священники. И они служили Господу. И тогда Дух Святой проговорил. И тогда они отправили его. Священник. The word of God, prophet, Слово Божье, пророк, and the sending out, the kingly possession, taking the territory, царственная власть, завоевание территории, extending the kingdom of God, и расширение территории Царства Божьего. I pray that just this short analysis, я молюсь, чтобы вот эта короткая иллюстрация will help you to understand, поможет вам понимать. Help you understand something. Понимать вам. That you are not insignificant. Понять, что вы не вы значимы. You were chosen of God. Вы избраны Богом. Jesus is living his life through you. Иисус живет в твоей жизни. It's as simple as ministering to him. Это просто всего лишь нужно служить ему. Go into his presence. Входить в его присутствие. Come out and minister to the people. И потом выходить и служить людям. We don't have anything to minister. Нам у нас нет ничего, что чем мы могли бы служить. Unless we first get it from the Lord. Служить людям, если мы не придем и не начнем служить Господу сначала. Hold up your finger like this. Поднимите палец вот таким образом. I'm first a priest. Первое, я священник. And as a priest, и как священник, ministering to him, служить ему, I'll get a word from God. Служа ему, я получу слово от Бога. And when I get a word from... И когда я получу слово от Бога, then I will obey. Я буду послушен. And God will work through me, и Бог будет действовать через to меня, accomplish his will. Чтобы совершить свою волю. Say this. Скажите еще раз. I am his child. Я его дитя. But I'm a prophet. I'm a prophet. I mean, I'm но a priest. Но я и священник. I'm a prophet. Я пророк. And I'm a priest. I mean, I'm a king. И я царь. All three of these. Все три. Their functions in your life. Они функционируют, функции в твоей жизни посредством Духа Святого. Послушайте меня внимательно. Я не пытаюсь убедить вас словами. Пусть Дух Святой вас убедит. Но есть что-то прекрасное в тебе. И это Дух Господа Иешуа Мессии. Of the Lord Jesus Christ that's in you. И это Дух Господа Иисуса Христа в тебе. Lay aside everything else for a moment. Отложите все в сторону на секунду. And just say, I'm going to minister to the Lord. И скажите сами себе, что я буду служить Господу. I'm going to leave everything else into his hands. И я отдам все остальное в его руки. He'll tell me what to do. И он мне скажет, что делать. But my first obligation. Но первая моя ответственность. Is simply to minister to him. Это служить ему. I love you, Jesus. Я люблю тебя, Иисус, Иешуа. There's some people who may be here. Есть люди здесь. And you find that you are in a difficult situation. И вы знаете, что у вас вы находитесь в очень трудной ситуации. Like David was in a difficult situation. Так же, как и Давид был в трудной ситуации. Maybe you're at a place in your life where you need direction. Может быть, вы находитесь в месте в жизни, в таком месте, где вам нужно направление в жизни. Sure, it could come through a prophet. Конечно, оно может прийти ответ через пророка. Ephesians 4:11. Эта книга Ефесянам 4:11 говорит об этом. They're in the body of Christ. Это в теле Мессии. Есть апостолы, пророки, евангелисты, пастыря и учителя. Конечно, слово может прийти через пророка. Но я хочу сказать об этом человеке. Этот человек, он пророк. Но до того, как он функционирует как пророк, он священник перед Господом.
And he ministers to God. И он служит Господу в первую очередь. And he worships God. И он поклоняется Богу. It's his first calling. Это его первое призвание. It's our first calling. Это наше первое призвание. And out of that calling of ministry, и из этого призвания служить, научиться служить ему, will come the direction for our lives. Мы будем иметь направление в нашей жизни. Trust the Lord. Доверяйте Богу. Believe in it. Верьте ему. And say, that's going to be my purpose. И скажите, что это будет моя цель. Even if I never hear a word, даже когда я не услышу слова, я не буду манипулировать Богом, но я буду поклоняться Ему всем моим сердцем. И в один день Он проговорит тебе, и ты будешь работать для Господа, для Его славы. Are you in a difficult situation? Находитесь ли вы в трудной ситуации сейчас? What do you do? Что вы делаете, когда у вас трудности? Was Paul and Silas in a difficult situation? Was Paul and Silas in a difficult situation when they were in jail? Был ли Павел и Савл в трудных ситуациях, когда он был в тюрьме? What did they do? Но что они делали? Did they call the governor of the state? Они что, звонили губернатору штата? No. Нет. Yes. They praised. They began to praise God. Они славили Бога. And they sang praises to him. И они пели славу. So loud that the jailer heard him. Настолько громко, что даже начальник тюрьмы услышал. As a result of that, и что результаты этого стало землетрясение. Set them free. And set him free. И освободила его. And then, и тогда, the jailer said, тогда начальник тюрьмы сказал, I'm going to kill myself. Я убью себя. Paul said, no, no, no. Но Павел говорит, что нет, нет. No, we're all here. Мы здесь. The jailer received Christ. И тот человек принял Христа. И вся его семья спаслась. And the church got started. И так началась церковь. Right? Так? Would that church have gotten started if they had been sitting in jail going, I don't была ли know церковь, what we're going to do? Была ли церковь, если бы те люди сидели в тюрьме и говорили, что я буду делать, что я буду делать? I don't know when they're going to let us out. Я не знаю, когда они отпустят меня или нас. No, the church wouldn't have gotten started. Церковь бы не началась тогда. But when they worshiped God, но когда они поклонялись Богу, God began to work. Бог начал работать, when they became a priest, действовать. Когда они начали быть God священниками, began to work. Бог начал and in действовать. Every difficult situation in your life, в каждой трудной ситуации в вашей жизни, turn to the Lord, повернитесь Богу and just begin to sing to и начните петь Ему, clap to him, хлопать shout Ему, to him, восклицать Ему, to him, танцевать перед Ним, поднимать Его имя святое высоко, потому and что Он достоин. Life, и Он даст направление для твоей жизни. Him, поклоняйся Ему. И Он будет говорить твою жизнь. Слово Божье Amen. Обещает об этом. Аминь. Those of you who have that need, и те из вас, у кого есть нужда, и я думаю, что у большинства из нас, давайте все встанем и прославим Бога. Just worship Him. Давайте just worship Him. Поклоняться Ему. We don't have to shout, and we don't have to. All I am saying is turn your heart to the Lord. Все, что нам нужно, все, что я говорю, это повернуть наши сердца к Господу и чтобы служить Ему. Let your affections flow out to the Lord right now. Говорите Господу, как сильно вы его любите. Draw near to the Lord. Приблизьтесь к нему. And he will draw near to you. И он приблизится к вам. Абба, мы благодарны за это слово.